Это полонез, танец приветствия. С него начинался почти любой бал. От традиций не стали отступать и на самарском бале-маскараде, пусть современном, но по канонам 19 века, времени расцвета бальной культуры в Самарской губернии. К этому времени танцы развивались, достигли своей вершины развития. А дальше новое время, 20 век, и танцы сменились, эпоха сменилась, сменилась музыка, и появилось много влияния других культур. Поэтому 19 век является такой вершиной развития исторических танцев. Даже на современном балу принято соблюдать дресс-код, вечерние туалеты и маски. За этим уже на входе следят солдаты в исторической форме. Никита Мамонов – студент исторического факультета. Правда, сейчас он пехотинец наполеоновской армии и признается, что униформа у французов была неудобная. Она максимально приближена к оригиналу. Даже если посмотреть на пуговицы, то они с маркировкой этого полка. Почувствовал как-то неудобно в первую очередь, да, поскольку эти огромный кивер, который у меня на голове, от малейшего движения головой он тянет ее в ту сторону, куда я его наклоняю. Да, и, безусловно, очень неудобные сапоги. Человека, несведущего в исторических танцах, их разнообразие и замысловатые названия могут поставить в тупик. Марш герцога Карла, контрданс, прихоть лорда Байрона, вальс, ветер с гор. Однако большинство танцев можно выучить прямо в процессе, поэтому на балу немало новичков. Я первый раз принимаю участие. Мне очень интересно попробовать, что это вообще такое. Я готовилась только к вальсу Паганини. Я знаю, что будет еще испанский вальс и кадриль. Вживую окунуться в историческую атмосферу можно только при исторической реконструкции. В силу того, что наши мраморные залы слишком велики, и мы не являемся дворцом, а классическим зданием, то, естественно, бал немножко изменяется. Но все-таки антураж добавляют настоящие фондовые музейные предметы. Старинные вееры, уж точно повидавшие не один бал, теперь лежат под стеклом. Музейным экспонатам остается только наблюдать, как современные пары кружатся в танцах 19 века 3 часа подряд. Валерия Макарова, Григорий Плешаков. События.